уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты СССР». Друзья, в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим самую редкую и дорогую монету с Лениным, стоимость которой достигает 2,5 миллиона рублей. Уважаемые зрители, на постсоветском пространстве, наверное, нет такого человека, который бы не держал такую монету в своих руках. И не мудрено, ведь они были очень распространены в СССР. Тираж их был довольно велик, и они до сих пор хранятся в старых копилках наших родителей, дедушек и бабушек. Правильно, друзья, эта монета 1 рубль, 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В обычных монетах коллекционеры не испытывают особой нужды, ведь даже в неплохом состоянии они стоят небольших денег. Но это обычные экземпляры. Однако среди них есть один редкий и дорогостоящий, который однозначно заслуживает особого внимания. Заметили что-то необычное? На поле монеты, где расположен профиль Ленина, глянцевый, а не матовый, как обычно. Друзья, это и есть редкий пробный экземпляр монеты. Уважаемые зрители, история данной монеты весьма интересна. Изначально профиль Владимира Ильича Ленина хотели чеканить на глянцевом поле монеты. Однако после изготовления и последующей презентации нескольких опытных образцов руководство Советского Союза забраковало данную монету, потому что якобы на гладком фоне лик вождя теряет свою индивидуальность. После этого монету для массового обращения было решено чеканить с матовым полем. Однако те самые опытные образцы остались. Никому точно не известно, сколько их сохранилось до наших времен. Само собой, данная монета относится к разряду пробных и мега-раритетных. И недаром, ведь цена такой монеты приблизительно равняется 2,5 миллионов рублей. Почему цена приблизительная? Друзья, да потому что цену каждой конкретной монеты невозможно определить точно. Это ж не ведро картошки купить. Слишком много факторов. Состояние, тираж и, конечно же, степень редкости. Точную цену может определить только аукцион. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.